Евгений Алекса обраны старшинем Могилевской областной выборчей комиссии. У Могилеве прошло первое посяджение областной комиссии по выборах. Старшиня Могилевского облвыконкома Анатолий Саченко уручил членам комиссии посвечение и пожадал поспяховой пленной працы. Организационные пытания разглядели на первом посяджении Могилевской областной выборчей комиссии. Тут обрали старшиню комиссии, наместника старшини и секретаря. Затвержены так само режим працы комиссии на час проведения выборчей кампании. Обранный старшиня Яуген Алекса отзначил, комиссия будет працевать у строгой отповедности с выборчим кодексом Конституции нашей Беларуси. Члены комиссии будут выкористовывать для этого увесь свой опыт, веды и навыки. На такую ж працу яны будут накировывать округовые и участковые выборчие комиссии. Проведение единого дня голосования 25 февраля потребует значительно больше организационно быть мобилизованными для того, чтобы наш избиратель, придя на участок, выразил свое волеизъявление так, как сочтет нужным. Безусловно, и будущим кандидатам в депутаты нужно будет хорошо поработать над своими программами для того, чтобы избирателя заинтересовать. Вот. Ну и уже избиратель выберет того, кого сочтет нужным.